Международная выставка «Форум Россия», приуроченная к 84-летию ВДНХ, пройдет в Москве с 4 ноября этого года по 12 апреля будущего. Будут продемонстрированы важнейшие достижения регионов страны в сферах экономики, промышленности, энергетики, сельского хозяйства, транспорта, науки и культуры. Свои достижения в различных отраслях экономики представит и Республика Коми. Организаторами выставки запущен отдельный сайт «Достижения.рф». На нем размещены значимые достижения российских регионов, среди которых 9 достижений нашей республики. За каждый из них вы можете отдать свой голос. Дорогие друзья, на выставке «Россия» мы покажем уникальную красоту нашей Северной Республики и самобытную культуру коми народа. Вы сможете побывать на плато Мань-Пупунёр, увидеть самую древнюю в мире лыжу, попробовать кофе по северному рецепту, построить дом своей мечты. Будет интересно. Коми-Республика умеет удивлять.